Всем привет. Привет, Петюха. Ты мой зайчик, красавчик. Такой. Ну что, девочки, план работы-то выполнили, нет? Яиц сколько нанесли? Молчите? А? Петюха, ты что так? Не нанесли яйца, да? Нет? Давай посмотрим. Ну-ка, давайте, девчонки, я посмотрю, сколько у вас тут яиц. А? Да, моя ты красотуля. Они у нас в бочке несутся. Ну, вы просто молодцы. Я вам что могу сказать? Вы просто красавишны. Ну, сейчас заберем яйца. Ну вот, мои девчонки справились. Ну, просто молодцы. Молодчинки. Три яйца. Три девки. Петюша, твои девочки молодцы. Выдай им премию. Ну, твои тоже молодцы. Сейчас пойдем посмотрим, как те девки справились. Ну, идем во второй сарай. У вас как дела? У нас дождь. Так, ну здесь у нас темнота. Ну что, мои девоньки? Пить захотели, пить мои зайчики, эти мои красавицы. Так, у вас был план работы, вы выполнили? А мои красавицы, посчитаем, сколько яичек у нас есть, а? Сколько яиц нанесли? Ты моя зайка, ты торопишься, да? Торопишься, давай, давай, вот так. Ну, тут у нас три яйца. Там у нас два яйца. Так, девчат, что-то маловато. Маловато будет, а? Кто сфуфлыжничал? И я знаю, что ты не... Ой, не перебивай, ладно, защищаешь прям их. Это сегодня снесется. Да. Вот... Мы яйца сейчас утром собираем. Молодец, молодец. В общей сложности здесь у нас что? 5 яиц. Ну и то хорошо, да. А ты когда яйцо снесешь? Ну ладно, защищаешь их прям всех. Эй, молодежь. Молодежь. Так нельзя. Мои красотулечки. Нанесли они яички. Ну а у вас как дела? А? Петюсечка. Петюсечка, тут девочки что, начали? Нет? Дюшка. Нет? Еще пока не начали нести яйца. Ну, тут кто-то сидел. Но ничего не снес. Дусечка, ты не зря вчера паниковала, да? Не получилось у тебя, да, яичко снести? Ну, ладно. Ты сегодня попробуешь, да? Или завтра? Линеет курочка, такая взъерошенная. Там у них кабачки, тыква. Сегодня прохладно, дождь. Ой, ты моя радость, радость такая. Запуталась она там, запуталась. Хотя этот выгул ни о чем вообще. Так просто сеткой загородили.
высотой где-то метр, но они не это, не выходят, не перелетают, нет, даже не пытаются это сделать. Линяют девчонки, никак не перелиняют. Такая затяжная у них линька получилась. Ну ничего, к зиме зато приготовиться хорошо. Ты моя красота. Ты моя королева красоты. Да? Ты королева красоты. Вот такой у нас сегодня сбор яиц получился. Так что... Подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии. Разные пишите комментарии. Ты моя красавишна. Всем чудесного дня. Ну вот столько яиц нанесли. 5 от легорнов. 1 утром легорны снесли. 3 от девочек брамочек. Вот. И даже перепелки снесли 3 яичка. Ну, чудеса. Почаще вам нужно такие задания давать, что ли?